Я приветствую вас, дорогие зрители, на своем канале. Мы продолжаем играть в фермера. Вот, и сегодня у нас будет такая необычная серия. Сегодня у нас будет обзор по моду Follow Me. Вот, меня попросили в комментариях его показать, как с ним работать, что, где и как нажимать. В общем, сейчас мы с вами разберемся. Так, ну, для начала, что за мод? Вот этот мод нам позволяет закреплять технику, скажем, ну, примерно вот на определенном расстоянии, одну за другой, чтобы ехали и выполняли различные задания. Ну, и не только задания, можно просто воспользоваться перегоном техники, скажем, вам нужно перегнать 2-3 трактора с одной точки в другую точку. Вы берете, закрепляете их один за другим, и таким образом все едут за впереди идущим трактором. Сегодня я покажу, значит, пример вот на таком варианте. Это вот здесь у нас покос травы надо будет сделать. Что нам для этого нужно? По сути, нам нужно ее скосить. Это нужен трактор с косилкой. А дальше вторая операция — это нужно все собрать в волок. У кого нету такого комбайна, конечно же, воспользуется трактором с волковой жаткой. И также он прикрепляет ее за впереди идущим трактором. Следующая операция. Нам нужно собрать это все в тюке. То есть тюковщик нам необходим. Это у нас будет уже третий трактор. Третий трактор это все тюкует. Дальше, если вы не хотите заматывать, или это у вас солома, вы можете нанять четвертый трактор, это сборщик. Вот он также едет за третьим и собирает все в стопки и выгружает. В данном случае у нас будет это упаковщик, он будет это все упаковывать и выгружать. Вот. Но так как у меня есть такой комбайн, он косит и заодно складывает все в волки. Следовательно, нам волковая жатка не понадобится. То есть как это все работает? Мы садимся в комбайн, передняя машина наша, раскладываем ее, задаем ширину определенную, на которой мы будем работать, запускаем аппарат, опускаем косилки, и все. Нам необходимо проехать немножко вперед в данном случае. Вот, я думаю, так будет достаточно. Все, выходим. То есть видите, да, у нас косилки работают, и вот при помощи вот такого вала это все собирается в одну кучу. Вот. Нам остается это только все протюковать и упаковать. Так, следующий трактор. Это у нас будет тюковщик. Вот, я уже здесь подогнал трактора. Они уже, в принципе, готовы. Для тюковки, кстати, можно использовать слабенький трактор. Там для данной машины необходимо где-то 70 лошадиных сил. Вот, что мы делаем, чтобы прикрепить его к нашему комбайну. Во-первых, включаем аппаратуру. То есть у нас сразу же здесь, смотрите, заполнение происходит. Давайте проедем. И нам необходимо остановиться строго перед ним. Ну как, желательно. Так, у нас как раз тюк получился. Давайте его выгрузим. Ну, примерно метров 5 от него. Вот так вот. При помощи комбинации Ctrl-F, Ctrl это у нас правая клавиша, мы, то есть устанавливаем, вот, он установился. Ведущий отставать на, допустим, сейчас у нас 20 метров. А при помощи клавиши W и S мы можем как уменьшать, так и увеличивать расстояние. В данный моменте у меня 50 метров я ставлю. Вот,
При помощи клавиши A и D мы можем регулировать смещение. Вот, влево, вправо, ну и так далее. Здесь в данном моменте нам смещение не нужно. Нам нужно ехать строго по курсу нашего комбайна. Поэтому так и оставляем. Если мы выйдем, мы можем увидеть, вместо нас уже другой работник сидит здесь. Нам главное еще нужно включить вот эту аппаратуру, потому как он сам ее не включит. Итак, вторая машина у нас зафиксирована. Дальше. Так, перейдем дорогу. Третья машина в данном случае, это у нас будет вот этот упаковщик. Также разворачиваем само приспособление. Но и сами видите, в данном случае у нас оно смещено немножко. Поэтому здесь нам понадобится смещение. Вот. Также подъезжаем за машиной, за трактором. Ctrl-F. Ставим где-то. Я ставлю, ну, можно тоже 50, но желательно побольше. Вот, и смещение. Смещение у нас будет влево. Влево я ставлю 2,5. Погодите, нет, это у нас должно быть вправо. То есть вправо, то есть вот так, вправо туда, в эту сторону. Если смотреть с этой стороны, то будет вправо. Так, ну, собственно, все. Он будет заворачивать и выгружать. И еще единственная проблема, то что все зависит от какой скорости мы будем ехать. То есть, как едем мы, так едет и этот, так едет и этот третий. Но так как у нас часто выпадают вот эти тюки, расстояние между тюками очень маленькое, наш трактор не будет успевать заворачивать один тюк, как уже будет попадаться ему второй. Поэтому, ну, будут моменты, когда он просто не будет его захватывать. Вот, просто еще они не доработали то, что работник должен соблюдать свою скорость, а не скорость переднего. Так, ну что ж, давайте посмотрим, как это все работает. Садимся в комбайн. Так, и поехали. У нас данная скорость 25 километров в час. Вот. И через 50 метров он начинает движение. Вот как мы задали ему 50, все, он поехал. И, следовательно, за ним тоже через 50 метров он начинает ехать. Вот, он уже выгружает тюки, то есть сам все делает, операция сама производится. Следующий, вы видели, да, он сместился от центра на 2,5 метра. Можно на 2, но на 2 это впритык. На 2,5 это тоже вполне себе нормальное смещение. Так, хорошо. Еще один нюанс. Не нужно далеко отъезжать от наших работников, иначе они могут просто остановиться и потеряться. Так, здесь мы выставляем свою рабочую ширину и продолжаем движение. То есть примерно вот такой вот. Мы даже можем скорость задать, скажем, до 15, да, чтобы успевали наши работники. Вот, ну и такие варианты можно сделать множество. Например, представим, что вместо косильщика здесь у нас комбайн, который убирает, скажем, пшеницу. Вы также за ним, если у вас стоит разделение соломы, да, то вы можете закрепить за ним, например, опять же, тот же тюковщик. Ну и а третьим будет, скажем, сборщик. Вот. То есть очень много автоматизации можно сделать при помощи данного мода. Скажем, вот здесь у нас выполняется 3 операции в одной. То есть мы едем, и за нами тюкуется и заворачивается. Нам, в принципе, остается это все просто взять и собрать. В принципе, я мог сделать
и сбор, но уже не стал заморачиваться. Не стал заморачиваться по поводу этого, просто уже сам проедусь и соберу. Так, я смотрю, наши работники не успевают, поэтому сбавлю немножко скорость. Вот. И потихонечку будем ехать. Так что вот так вот работает данный мод. Кто желает, конечно, можете обязательно его использовать у себя. Очень облегчает, ну, скажем, различные работы, сокращает время. Вот. Не надо нам тратить лишнее время на любую другую работу. Вот, то есть он будет строго сейчас ехать за нами. Вот как мы поедем, так и поедет за нами все трактора. Давайте доедем до конца вот этого самого поля, и уже я, в принципе, буду заканчивать. На этом у нас обзор данного мода заканчивается. Дальше я за кадром поеду еще вот сюда. Вот. В описании я оставлю, значит, комбинации включения различных функций. Ну и ссылку, конечно же, на данный мод. Вот это вы все найдете под видео. Кому понравилась серия, ставьте лайки. Кому помог с данным модом, также ставим лайки. И, может быть, планирую еще выпускать какие-то обзоры по каким-то модам. В общем, посмотрим, как найду время, так обязательно сделаю. На этом на сегодня все. Ждите серии. У нас будут серии также по самой уборке вот этих полей, ну и вообще по FS-17, по фермерству. Вот. Всем спасибо за внимание, всем удачи и всем пока.